5 апреля вечером в популярных пабликах города Мозыря появилось видео. На нем видно, горит автомобиль, а растерянный водитель с помощью сподручных средств пытается потушить возгорание. На месте ЧП собралось немало зрителей, которые с интересом наблюдали за развитием событий. Кто-то пытался запечатлеть чрезвычайный момент на камеру мобильного телефона. Спустя несколько минут в руках водителя все-таки появляется огнетушитель. С помощью него удается сбить пламя, но финальную точку в этой истории поставили профессиональные спасатели.